Вот это вот яблоня. Я в эту фотографию не показывал. Значит, это очень важный момент, который тоже, я сейчас поймете, к чему подвожу. Я подвожу опять, что надо выходить на центральное телевидение. И сколько будут учителей, ладно бы бесполезную работу, но и смертельную. Вот это саженец, так? Это корневой отвёрток яблони. Вот. Вниз. Она привита. Вот видите, мышечная копыровка. Так. Далее. Значит, у нее нет центрального корня. Боковые корни достаточно развитые. Так. Но я хочу сказать так, что у нас произошла подмена. Сеянцевые запретили, отменили. И это было на уровне Минсельхоза. Переходим на палки с порощенными искусственными корнями. Да? Вот. Есть середина наполовину, то есть это уже не сеянец, это часть дерева, которая, вот видите, на нас смотрит пуповина, вот она самая толстая, да, это есть пуповина, вот она. Она была тут отрезана, обросла собственными корнями уже, стала самостоятельным деревом. Нам нужно было бы культивировать как по двое, как класс. А это можно сделать специально. А специально это значит, что все-таки корни родные. А это значит, что когда насеяли семечек, представим себе такую ферму, представим такой питомник, представим себе ученое учреждение, чтобы там отработать технологию. Посеяли 1000 на расстоянии там 3 на 3, вырастили 1000 сибирок, в крайнем случае ранеток, в крайнем случае. И им надо дать такую волю. Вот они растут, и стоит только вам ее вот так обрезать, вот так, ну, оставить пень, может, он потом обрастет, когда вокруг, о чудо, полезут, а без этого, без обрезки не полезут. Полезут по двое, по двое, по двое, то есть они в метре, в двух, трех, пяти, все это пространство будет заражено. Случится то, что ненавидит вся садовая общественность. Сотни раз, Константинович, ваши подвои дают отводки, дают трубки, ти, то есть больше я не нужен, отводки не нужны. Самые ценные вещи – это вишневые отводки, вот эти яблоневые отводки и сливовые отводки. Сохраняют материнские качества, прекрасный подвой, и вишни, и сливы могут плодоносить, причем довольно быстро, на второй-третий год, видя, какие плоды были у мамы. Будет то же самое. Ну, а что касается у нас, ну, огромные площади, наверное, миллионы гектар, это где близкие грунтовые воды, и без этих корневых отводков просто не обойтись. Но это надо культивировать и выращивать специально. Ну, не получается сады. Вот поселок Майна, я никогда не говорю пустую, поселок Майна, он очень долго был центром садоводства всей Сибири, заметьте. Не Абаканский институт аграрных проблем, не Минусинская опытная станция, так? Не это самое, даже не ведущий в Сибири, в стране институт Барнаульский имени Лисаренко. Поселок Майна, несколько уникальных садоводов, я про них с придыханием рассказывал. Вот. И поселок Майна покрылся такими садами, что здесь должны были дневать и ночевать вся российская наука, и даже канадцы. Ну и само собой, и с Украиной, ведь я не зря дружу с украинцами, значит, там не все ладно в плане садоводства. И Казахстан, особенно Северный Казахстан, вот. И Белоруссия. Вот здесь, в поселке Майна. Потом, правда, я все буду возвращаться к народному хозяйству. Поступила команда уничтожать деревья. Лидер присадебное хозяйство. Вот. И тогда сейчас Майна уже выглядит бледно. Постарели за 30-40 лет те деревья. Часть погибла, часть постарела, часть вырубили. Вот. А новые садят, они умирают сразу. Нет тех людей, волшебников, нет ничего. И я говорю, если возрождать, если вот взять 150, у это 176 вебинаров, чтобы я не зря говорю, здесь про это, про это, про это. Я однажды придумал, все студенты должны стать садоводами, те, которые будут иметь диплом биолога, эколога и
и агрономы. Все. Они должны расползтись по всей стране по командировкам и привезти в свой альма-матер, неважно, это Красноярск, Барнаул, еще где-то есть такие крупные центры. Они есть на Дальнем Востоке. Вот, правда, там все похерено. Они есть на Урале. Вот, на Урале очень сильная была наука. Вот. Ну и плюс еще я вспомню Орел. Я вспомню это самое центры в этих Воронежской области. Ну, Москва, тебе это обречена, это понятно. Но в Ленинграде вообще закрыли, потому что все равно ничего не могли вырастить. Вот. И я просто очередное предложение. Нужно, чтобы какой-то из центров занялся, а это супер морозостойкие. Они неубиваемые. Их можно садить, даже если вода в метре будет. Ну, еще полметра насыпали сверху. Холмик или гряду. Вот видите, как нужно. А почему я говорю, сейчас поймете, на что я напрашиваюсь. Вот. Посмотрите, я специально взял. Вот у меня кроме хохота, вот это не вызывает. На одном метре 4 штуки, 3-4. Что из них вырастет? Они дальше расти не могут, потому что у них там палки внизу. Так? Вот. Это кроме хохота ничего. И не дай бог, вот такие каждый год, 2-3 захватывают области, дикий страшный ветер, когда летает все, щиты летают, крыши летают, вот, шифер, это чуть не сказал, короче, это самое, все летает. Вот это все будет уничтожено, если это все не будет закреплено, я до сих пор понять не могу, как они умудрились до сих пор не закрепить. А закрепляют обычно долговременно на железобетонные опоры. Деревянные не пойдут, я ниже буду показывать. Вот. Я все склоняюсь к одному. Нужно заниматься серьезной работой. Вот это как положительный пример. Это такое счастье, что в 2020 году я сделал фотографию, забыл о ней. А сейчас ищу, чтобы свои слова оправдать. Вот она панацея. И вот это, несколько жалких волосков, вот это все вырастило. А дальше корни не развиваются, у них есть предел. И вот это уже предел. Почему их не садят реже? Потому что все равно больше не расти не будут. Дадут, я смотрел в общей сложности, наверное, не одну сотню рекламных передач. Там стоят с умным видом эти, как их называют, агрономы, хозяева этих питомников или даже промышленных садов, да? Три раза это. На юге, да. Украина молодцы. Там есть все свои приемы. Вот, там такие прекрасные урожаи. Ну, извините, другая зона климатическая. Про Италию я уж не говорю. А у нас чего мы лезем-то? Нам не получать таких урожаев никогда. Если это сделано где-то в Подмосковье, допустим. Даже в Мичуринске. Никогда себя не оправдает. Вот эта дикость, когда на одном квадратном метре тысячи, тысячи, тысячи.